24 марта в Галерее современного искусства состоялась премьера экспериментальной постановки «Fashion Muse». Проект представляет комплекс искусств – театрального, кино и медиа-арта. В основу сюжета легло авторское прочтение истории трагической любви из жизни художника-импрессиониста, ученика Репина, одного из основателей Казанского художественного училища – Николая Фешина. Идея создания медиа-театра, где будут реализованы возможности нашего замечательного «Универ ТВ», прекрасная работа операторов, монтажеров. Мы уже знакомы и работали в этих проектах вместе, где может быть реализовано творчество студентов, которые у нас действительно замечательные актеры и прекрасно могут презентовать материал. Там, где будет использованы наши работы с нейросетью. Идея совместить технические возможности и творчество студентов появилась несколько лет назад. Проект предоставил возможность переместить человека из реального во виртуальный мир с помощью технологий. Также в постановке представлена живая музыка и экранная инсталляция. Мы как бы студенты, которые требуют вот этого вот цифрового потребления, да, когда мы вот устали, может быть, а может быть нам хочется новых каких-то форматов, когда мы потребляем где-то сидя в социальных сетях, через смартфоны, а здесь мы понимаем, что у нас сразу три формата. Это и мультимедиа, это и документальное кино, и это что-то визуальное, то, что вот происходит на сцене. Медиа-перформанс – это спектакль, где предоставили зону для отдыха, а также это место, где человек может окунуться в информационную среду и полностью погрузиться в историю. Дни спектакля в галерее – это просветительская и культурная платформа, открывающая понятие явления перформанс. Мы решили показать его таким, какой он был, и то, как он жил здесь и сейчас. И это играет, наверное, очень важную роль, потому что люди, которые живут в Казани, зачастую и не знают об этом человеке, который прославился на весь мир своим творчеством. Постановка реализована студентами и преподавателями Высшей школы журналистики Казанского федерального университета при участии Казанского художественного училища имени Фешина и Казанского театрального училища. Диана Калимуллина, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.